мою ведерочко. Привет, мои дорогие! Сегодня хочу вам рассказать о своем новогоднем подарке, который я сама себе сделала. И это бьюти-бокс от моего любимого визажиста Марка Кауфмана. И здесь целых 17 продуктов. Итак, начнем анбоксинг. Итак, начну со своего любимого продукта, и это спонж для макияжа от Beauty Bar. Это просто шикарная альтернатива дорогому бьюти блендеру, а в использовании просто идеален. Кстати, я очень давно хотела его купить, но проблема в том, что в Украине его просто-напросто нет. В общем, я закидала Марка сообщениями и комментариями о том, где можно купить этот продукт, и в итоге, то ли совпадение, то ли как, но теперь он есть и у меня. Тонизирующая сыворотка от It Skin. Это просто находка для раздраженной кожи. Витамин С и антисептический состав улучшают состояние кожи, выравнивают тон. В общем, нужная вещь каждой косметичке. Хотите красивый автозагар всего за час? И с этим легко справиться автозагар от Yves Rocher. Просто великолепный бюджетный продукт, который делает невероятно красивую кожу без эффекта зебры, без желтых пятен или красного подтона. В общем, это просто спасение для белоснежек, особенно в зимний период. Следующий продукт – это просто скорая помощь для ваших кистей. Профессиональный экспресс-очиститель от Esti, который не только очищает ваши кисти, но еще и дезинфицирует. А значит, никакие микробы на кончиках кистей вам не страшны. Кстати, его состав абсолютно безопасен для кожи и не вызывает никаких дерматологических проблем. В последнее время в моей косметичке появилось очень много продукции от NYX, а теперь у меня еще есть палетка для контуринга, и она стала моей любимицей. Во-первых, это универсальный продукт. Подходит и для хайлайтинга, и для контуринга. А еще можно использовать для макияжа глаз. Короче, девочки, это базовая и необходимая вещь каждой косметички. Я не скажу, что следующий продукт необходим абсолютно всем, к тому же это не самый дешевый косметический продукт, однако он может стать вашей палочкой-выручалочкой. Сухой шампунь не раз меня выручал в путешествиях, или когда нет воды, или когда нужно срочно освежить голову, либо когда нужно модели или клиентке сделать быструю укладку волос, тогда, пожалуй, он вам пригодится. Тем более шампунь Collab – это британский продукт, а мне сразу внушило это доверие. В общем, будем тестировать дальше. И от шампуни к лаку. Лак для сильной фиксации от Vella. В бьюти-боксе он представлен в travel формате. Я, в принципе, не особо пользуюсь лаками, но про этот могу сказать точно, что у него очень хорошая фиксация, при этом он не утяжеляет и не склеивает волосы. Но, по крайней мере, если он мне не пригодится, то моему мужу-стилисту-парикмахеру он пригодится точно. Следующее средство – это просто спасение для моих посеченных кончиков. Сыворотка от Gliss Гиалурон плюс заполнитель. Я наношу его сугубо на кончики, потому что прикорневое нанесение никакого объема мне не давало. Но вот то, что мои волосы стали более блестящими, мягкими и менее посеченными – это факт. Поэтому после каждого мытья головы я никуда без этой сыворотки. Карандаш для бровей от моей любимой марки Vivien Sabo. У меня уже есть вся коллекция карандашей для губ, от которых я просто в восторге. В боксе карандаш представлен в оттенке 02. К сожалению, для меня он оказался светловат, но я его протестировала на своей маме. В общем, карандаш шикарный. Бровки рисуют очень тоненько, цвет просто шикарный. И отдельное спасибо за кисточку. Ну что ж, для мамы обновочка, а я куплю себе что-то потемнее. Ну и куда же без увлажнения губок зимой? Или, быть может, вы предпочитаете стойкие матовые помады? Тогда бальзам для губ от Beauty Bar – это просто спасение. Натуральный состав, прекрасное увлажнение, даже есть эффект мини-праймера. Идеальный вариант для сумки или даже кармана. В общем, качество заценила.
Ну а это моя реально новая любовь. Универсальный бальзам от Purple Tree, о котором я раньше вообще ничего не знала. Но сейчас это просто мой must have. Сухие губы, сухая кожа, локти, колено, кутикула. Просто как увлажняющую основу под помаду. И даже как гель для бровей. Консистенция крема очень плотная, поэтому достаточно всего лишь спичечной головки. Короче, классно, экономно, любовь forever. И снова об уходе за волосами. Питательный шампунь для объема и питательная маска Enrich от Vela Professional. Продукт представлен в travel формате, что опять-таки очень удобно. Эта серия не для жирных волос, поскольку направлена именно на увлажнение. А кроме того, мягкость и блеск уже после первого применения. И возможно куплю полноразмерку, но буду еще тестировать. С уходовой косметикой мы закончили, и на очереди помады. Итак, Sensation Cosmetics и матовая губная помада с шикарной, плотной, насыщенной текстурой, которая отлично распределяется по губам и, главное, не сушит губы. Но есть одно маленькое разочарование: вместо оттенка Serenity, а это нюд пыльной розы, ко мне приехал оттенок Berry and Cream, что-то среднее между розовым и цветом фуксии. В общем, это не мое, поэтому спихнула я ее тоже маме. А вот мой любимый нюд, возможно, когда-нибудь куплю. Я считаю, что красная помада должна быть абсолютно у каждой женщины, точно так же, как и идеальное черное платье. А матовая помада от Оли Романовой Perfect Red Sexy Lipstick – это просто идеальный вариант, потому что этот красный подходит абсолютно всем. А весь секрет в нейтральном подтоне. Благодаря этому на всех она выглядит абсолютно по-разному. Но что меня еще удивило, это то, что эта помада абсолютно не чувствуется на губах, и при этом она не сушит кожу. Ну и форма карандаша делает нанесение очень и очень удобным. В общем, люблю безумно и хочу попробовать что-то еще. Следующий продукт, я сказала бы, продукт для лентяев, а именно салфетки для снятия макияжа от Биаре. Обогащенная увлажняющей сывороткой, очень быстро и легко удаляет любой макияж. Незаменимая штука в дороге или просто когда лень умываться. Не требует смывания и нанесения дополнительных кремов. И последний продукт из коробки – минеральная пудра от Makeup Forever Ultra HD. Во-первых, в ее составе нет талька, а значит, она не забивает поры. Она прозрачна и подходит на любое время года. И она реально выравнивает микрорельеф. Кожа становится более гладкой и красивой. Ну а для любителей селфи и видеосъема у этой пудры есть замечательный блюр-эффект, и она не бликует при фотовспышке. В общем, бокс просто супер. Спасибо огромное Марку и всего команде за работу. Ну а если ты еще не подписался на мой канал, обязательно подпишись и смотри новые видео.